8 частных медицинских центров Ульяновской области поддержали решение губернатора и заключили с региональным Минздравом соглашение о повышении зарплаты своим сотрудникам. Одной из таких организаций стало частное учреждение здравоохранения РЖД «Медицина» город Ульяновск. Мы поддерживали уровень заработной платы сотрудников на достаточно высоком уровне, даже выше целевого, согласно майским указам президента. Но поскольку ситуация сложная, и медицинские работники сейчас работают на грани своих человеческих возможностей, для удержания кадрового состава, для повышения мотивации и финансовой составляющей, мы, безусловно, не могли остаться в стороне и подписали соглашение с Министерством здравоохранения о и дальнейшем повышении заработной платы. Это медучреждение уникально тем, что кроме платных услуг оказывает бесплатную медицинскую помощь в рамках частно-государственного партнерства по медицинским полисам обязательного медицинского страхования более 11 тысячам жителей Засвияжского и железнодорожного районов города. Здесь их обслуживает более 200 квалифицированных медработников. Руководство медучреждения уже предупредило их о повышении зарплаты. Мы, конечно, этому очень рады, но нас устраивает как бы все условия труда, которые здесь организованы. Я отработала здесь только на одном месте, как бы, и в дальнейшем не планирую менять место работы. По информации Министерства здравоохранения, до конца текущего года средний процент повышения дохода более 4,50 медицинским сотрудникам составит 5%. В 2022 и 2023 годах – 15%. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.